Итальянцы в обиде на Шарли Эбдо. Журнал, который называет себя сатирическим, на этот раз посмеялся над жертвами землетрясения. Очередная карикатура появилась накануне. Художники в своей жуткой манере поиздевались над пострадавшими от стихии. Те, кто получил ранение, назвали пенне в томатном соусе. Люди с ожогами – это обжаренные пенне. А погибшие под завалами – это лазанья. Что должно твориться в голове человека, чтобы вообще такое придумать, а затем нарисовать, еще опубликовать? Эти скандальные карикатуры прокомментировал мэр почти полностью разрушенного города Аматриче Серджо Пироцци. Как можно нарисовать карикатуру на погибших? Никто не против сатиры, но нельзя ее делать на несчастье. Реакция посольства Франции в Италии не заставила себя долго ждать. Дипломаты попытались откреститься от скандальных рисунков. В официальном заявлении сказано, что карикатуры не имеют ничего общего с позицией французского народа. Остается лишь только надеяться, что это действительно так, и с Эбдо пора давно что-то решать. Ну уж слишком много просто плясок на костях.